Итак, друзья, сегодня мы вновь отправились по грибы за смочковой шапочкой. Но пока нас встречает только одна саркоцифа. Места такие вот болотистые, как любят гриб, но почему-то здесь их вообще нет сегодня. Ну, пройдем немного дальше, будем искать. Надеюсь, нам сегодня повезет, как в прошлый раз. Итак, вот наконец-таки первая смочковая шапочка. Здесь она еще только начинает расти. Значит, грибы есть, будем искать. Вот нам попался черный грибок. Называется урнула. Бокаловидная вроде бы. Тоже частенько встречается в этом лесу, но в этом году это в первый раз мы такие встретили. Ну что я могу сказать, нам грибы попадаются сегодня по 2-3 штуки, максимум 5. По сравнению с прошлым разом, когда попадались полянами, конечно, сегодня не очень. Но все же понемногу мы собираем. Еще даже пол ведра не насобирали. Ну что, вот мы сегодня и вышли из леса. Вот что нам удалось насобирать. Смочковая шапочка и немного саркоцифов. Ну, в общем, целое ведро будет. 10-литровое.